Привет, меня зовут Настя. Сегодня я закончила базовый курс по флористике в Mama Rose School. На самом деле я человек увлекающийся, творческий. Я занимаюсь скраббукингом, декупажем, вышиваю, вяжу. И для меня флористика стала чем-то вроде повышения квалификации. Мне захотелось чего-то определенного, захотелось получить какую-то бумажку, чтобы, возможно, работать в дальнейшем вот в этой всей области, сфере оформления, декора. Цветы я любила всегда, ходила в школе на цветоводство, и поэтому как-то мне близко это очень. И на этот курс я пыталась записаться, на самом деле, еще в сентябре, но не было мест, поскольку прямо они как горячие пирожки сразу их разбирают и занимают. В общем, у меня не получилось. Я смотрела другие школы, но по рекомендации других девочек мне сказали, иди к Кате, у Кати очень интересно, Катя творческий человек. Я ждала, когда освободится место, и вот оно освободилось, и я попала сюда. Я много чего нового узнала в плане цветов и ведения бизнеса флористического, и вообще просто общение с другими людьми, с опытными преподавателями, девочками, которые здесь учились, все такие разные, у всех разные специальности, разные характеры, все такие интересные, разносторонние. Для меня это было очень важно, потому что атмосфера у нас была очень уютная такая, дружественная, домашняя, можно сказать. Очень приятно было приходить на занятия. И преподаватели, что Наталья Анатольевна, что Катя, очень интересно рассказывали. И в целом, я считаю, что для человека, который вообще никогда не занимался флористикой, ну и, в принципе, для человека, который может быть там когда-то чуть-чуть там крутил букеты, этот курс очень хорошо подходит. То есть дает определенную базу, и потом уже можно идти дальше, обучаться на каких-то мастер-классах, на дополнительных определенных курсах. В общем, я рекомендую, очень интересно, очень познавательно. Вот, все добро пожаловать в Mama Rose School. Спасибо.